Отсюда у меня вопрос к армянам. Вот прямой потомственный наследник престола, правильно получается, Каджар. Да, Каджар. Каджар. Фарух Мирза. Каджар. каджар, каджар Шариф. Шарифов. Армяне, этот человек является прямым потомком Каджаров, которые правили в Персии, правили в Ириванском ханстве. Вы можете мне показать прямого потомка Тиграна Великого, Ашота Железного, Трдата, Митридата, ваших, в общем, этих царей королей, которых было у вас 260. Вот прямой потомок Каджаров. Его прапрапрапрадед построил синюю мечеть в Ириване. Его про-про-про-прадеды правили Персией, правили Ереванским ханством, правили землями без конца, без края. Покажите ваших царей, сегодняшних потомков, которые живут в Армении, в Лос-Анджелесе, во Франции, да где угодно, хоть одного. Покажите. Жду ответ. И не только я жду, его ждет и <с... Налин... <с... <с... <с...> Фарух Мелин с фамилией Каджар. Спасибо.